Здравствуйте, в студии Павел Прожогин. Приступим к обзору событий. Сегодня столбики термометра в городе снова опустились ниже 40-градусной отметки, и морозы пока не собираются отступать. Чем суровее погода на улице, тем чаще новоуренгойцы стали жаловаться на холод в своих квартирах. Что делать, чтобы погода в доме была комфортной, и куда обращаться, узнавала наша съемочная группа. Суровые северные морозы в ближайшие дни не планируют отступать. Некоторые новоуренгойцы жалуются, что из-за холода они испытывают дискомфорт не только на улице, но и в своих квартирах. Причин этому может быть несколько, и вот основные. Причиной холода в квартире может стать входные двери и оконные рамы низкого качества, неизолированный балкон или лоджия, квартира угловая, плохая теплоизоляция пола, плохая работа радиаторов. Температура воздуха в жилом помещении, согласно нормативам, должна быть от плюс 18 до плюс 22. Если градус ниже нормы, нужно обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ и оставить заявку. После чего специалисты выезжают. Первое, что делают, они производят замеры в тепловом узле на вводе. Теплоноситель проверяет на соответствие работы котельной. Если температура соответствует котельной, работа котельной, то непосредственно уже поднимается к собственнику и проверяет систему отопления в квартире. Если же температура в квартире, система отопления ниже от нормы, которая должна быть, то сотрудники управляющей компании уже производят обследование непосредственно выше расположенных и не расположенных квартир. Нередки случаи, когда собственники устанавливают на радиаторах и полотенцесушителях отсекающие вентили. Так некоторые регулируют температуру в своих квартирах, не задумываясь, что это влияет на погоду в доме у их соседей. Тем самым перекрывает циркуляцию, и теплоноситель остывает. В случае таких выявлений мы выписываем уведомление для устранения замечаний, открываем отсекающие, теплоноситель пошел. Еще одной причиной резкого похолодания в квартире может стать износ многоэтажки. Любой дом со временем ветшает. Бывает фактором фасадные швы, которые тоже в процессе длительной эксплуатации имеют свойство разрушаться. В этом случае сотрудники РЭУ обследуют квартиру, при помощи тепловизора выявляют участки, которые необходимо сделать, и ставятся в план в летний период для устранения данных дефектов. Если заделка наружных швов не даст результата и дому требуется основательная починка раньше установленного срока, собственникам следует брать дело в свои руки. Прежде всего, провести общее собрание и принять решение о проведении капремонта. Дальше заручиться поддержкой своей управляющей компании и регионального оператора. Правда, в последние дни в социальных сетях появились посты о том, что проблемы с теплом у кого-то из горожан начались как раз после проведения капитального ремонта. Поскольку подрядчик несет ответственность за выполненную работу, то и здесь есть выход. Необходимо обратиться в управляющую компанию, после чего управляющая компания инициирует совместное обследование, где будет принимать участие подрядчик, заказчик. В случае подтверждения некачественно выполненного ремонта подрядчиком, подрядчик обязан выполнить заново работы в счет гарантийных обязательств. Кстати, пожаловаться на проблему, связанную с холодом в квартире, можно также в ГИС ЖКХ. Там же на информационном портале можно найти ответы на все свои вопросы. Мария Буахо, Богдан Жиделев, информационное агентство «Импульс Севера». Из-за мороза с 8 утра закрыли зимник Карачаево-Красносель-Куб. Это уже вторая сезонная дорога, закрытая по погодным условиям. Накануне вечером был приостановлен проезд по дороге Аксарка-Салимал-Панаевск-Ярсали. Получить оперативную информацию о работе региональных автомобильных дорог можно по телефону, номер которого вы видите на экране. Также данные оперативно отображаются на интерактивной карте ямальских зимников. На Ямале крепкие морозы отступят ближе к выходным. Правда, не всем жителям округа так повезет. В Новом Уренгое низкие температуры продержатся до следующего вторника. Холоднее всего в ближайшие дни будет в восточной части региона. В ночь на 11 января прогнозируется понижение температуры воздуха до -43–-48 градусов. В округе уже были случаи обморожения. За медпомощью обратилось почти 40 человек. Большинство из них проходят лечение дома. Медики просят ямальцев бережнее относиться к своему здоровью, лишний раз не выходить на улицу и по возможности оставаться в тепле. К другим темам. Любимый город отдохнул спокойно. Полиция газовой столицы подвела итоги работы в каникулы. Как известно, в праздники стражи порядка несут усиленную службу. Итог – никаких нарушений общественного порядка.
К слову, на дежурство заступили не только силовики, но и их добровольные помощники. В период проведения новогодних праздников и Рождества на территории города Новый Уренгой сотрудники полиции осуществляли охрану общественного порядка при проведении массовых мероприятий. Всего на охране общественного порядка было задействовано более 140 сотрудников ОМВД России по городу Новому Уренгою, а также Росгвардия, ДНД и казачество. Во время проведения мероприятий нарушений общественного порядка допущено не было. Все пассажиры уже в городе, но осадочек от каникул у них остался, точнее, от затянувшегося путешествия. Транспортная прокуратура выясняет причины, из-за которых утром 5 января из Тюмени в Новый Уренгой не прилетел самолет авиакомпании «ЮТЭЙР». Воздушное судно вернулось в аэропорт вылета из-за неисправности системы кондиционирования, такова официальная версия. Вынужденная посадка прошла без эксцессов, про это мы узнали от очевидца. Подробности в нашей рубрике «Криминал» расскажет Роман Ряховских. Привет, Паш, здравствуйте. Действительно, мы связались с одним из пассажиров, который должен был прилететь из Тюмени на этом самолете. Мужчина, захотевший остаться анонимным, рассказал, почему до газовой столицы в тот день он так и не добрался. Мы вылетели, ну и провели в воздухе мы где-то всего 40 минут, а потом приземлились, всех просили выйти из самолета и сказали, что ждите объявлений, а потом объявили попозже, что будет следующий борт. А тот самолет, на котором я уже полетал, он был виден в окно, что это явно не тот самолет, готовят нам к следующему полету. Хотя, когда самолет разворачивался, чтобы прилететь обратно в Тюмень, объявили о том, что в Новом Уренгое плохое метео, поэтому мы возвращаемся. А в следующем самолете закрыли двери, отбуксировали, обработали противоледенительной жидкостью. Ну, я решил, что все, сейчас мы полетим. И в итоге самолет, вместо того, чтобы поехать в сторону взлетной полосы, вернулся к терминалу. Пилот сказал, сейчас нам техники скажут, полетим мы или не полетим. Потом просто все вышли из самолета. Это мне не очень понравилось, что на двух самолетах я не смог долететь до Нового Уренгоя. Я принял решение поменять билет на другой день. И я отслеживал электронное табло, и оказалось, что в тот день этот рейс из Тюмени вообще не вылетел. На Ямале произошло сразу несколько тяжких преступлений. 4 января в Лабытнанге жена во время пьянки убила своего мужа бутылкой. Она ударила его по голове. Увидев, что мужчина потерял сознание, супруга позвонила в скорую. Медики, приехавшие на вызов, констатировали смерть потерпевшего. В этот же день, 4 января, еще одна пьянка закончилась смертью человека. Житель поселка Харп насмерть забился бутыльника. Следствием установлено, что 4 января 2023 года в поселке Харп, в квартире, где собралась компания местных жителей для распития спиртного, произошел конфликт между хозяином жилища и одним из гостей. Гость жестоко избил мужчину 1974 года рождения. От полученных телесных повреждений хозяин квартиры скончался. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Проводятся следственные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. По ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. А эта трагедия случилась в ночь на Рождество. Женщина убила своего сына. Она тоже была пьяна. Во время застолья в селе Гыда 57-летняя мать ударила 36-летнего сына ножом в грудь. Мужчина скончался на месте происшествия. Несколькими днями раньше, в ночь с 30 на 31 декабря на фактуре «Юрибей» в пожаре погиб мужчина. Как установили в следкоме, накануне происшествия семья, которая отправилась из поселка Гыда в Тундру, остановилась на отдых в доме у местного жителя. Один из членов семьи узнал, что в соседней квартире живет мужчина, с которым он конфликтовал несколько лет назад. Старая обида толкнула его на поджог. После он забрал свои вещи и скрылся. Погиб другой человек, гость соседа, а не тот, на кого поджигатель затаил смертельную обиду. Самого хозяина вообще дома не было. Обвиняемый задержан. Он под стражей. В Салехарде будут судить убийцу, который вначале задушил женщину, а потом попытался замести следы преступления и поджег квартиру. Пожар произошел 30 апреля прошлого года. Во время тушения было обнаружено тело 26-летней хозяйки жилья. Накануне трагедии погибшая выпивала в компании. Ее гостем был мужчина, незадолго до того освободившийся из мест лишения свободы. Пара поскандалила, и собутыльник жестоко расправился с жертвой.
Житель Нового Уренгоя перевел мошеннику 235 тысяч рублей. Ему позвонил лже-полицейский под предлогом отмены заявки на кредит. Преступник убедил 50-летнего мужчину перевести деньги. Полицейские завели уголовное дело. По данным, на 9 января с начала года на Ямале произошло 18 пожаров. Два человека погибли. Первое смертельное ЧП произошло в ночь на 1 января в поселке Уренгой. Второе – в селе Авгор 4 января. Там погиб инвалид, мужчина 1970 года рождения. Во время пожара он находился в доме один. Как рассказали нам в следкоме, по предварительным данным, квартира загорелась из-за обогревателя. Более точно, как все произошло, станет известно после всех экспертиз. Кроме того, на Ямале горел транспорт. 64 человека спасли бойцы Ямал-Спаса за время каникул. Чаще всего их помощь нужна была в тундре и на зимниках. Так, в ходе одной из операций они освободили 20 человек из снежного плена на закрытом зимнике Лабытнанги-Мужи. В числе нуждавшихся в помощи были беременная женщина и пятеро детей. Ну и дорожные сводки. С начала этого года на Ямале в сводки попали уже 74 аварии. Пострадал один человек, погибших, к счастью, нет. В госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения соблюдать правила и по возможности воздержаться в мороз от загородных поездок. У меня на этом все. Информацию о преступлениях и происшествиях ищите в социальных сетях «Импульса Севера». Следите за собой и будьте осторожны. Иногда кажется, что деньги утекают сквозь пальцы. Со временем мы понимаем, что часть денег была потрачена зря. Какие-то покупки мы совершили под действием эмоций. Контролировать расходы бывает очень трудно. Научиться следить за своими расходами, управлять деньгами вам поможет информационный портал «Моифинансы.рф». Главный помощник вашего бюджета. Теперь «Мои финансы» всегда в балансе. В Новом Уренгое подвели итоги двух недель работы нового терминала аэропорта. С 26 декабря по 8 января здесь обслужили более 32,5 тысяч пассажиров. Самым загруженным днем оказался вторник 27 декабря, когда в воздушной гавани обслужили почти 3,5 тысячи человек на 50 рейсах. Всего с начала работы терминала выполнено более 400 взлетно-посадочных операций, сообщили в пресс-службе аэропорта. Новый терминал запустили в тестовую эксплуатацию 26 декабря прошлого года. И продолжаем выпуск. Дмитрий Артюхов встретился с педагогом Зильфирой Батыровой. Преподаватель из Ноябрьска вошла в пятерку призеров конкурса «Учителя года России-2022». Среди тем, которые глава региона обсудил с учителем, новые возможности для учеников и педагогов. По словам губернатора, в этом году будет реализована система, которая поможет каждому ребенку раскрыть свои способности. Еще больше школьников привлекут к участию в олимпиадах. В каждой ямальской школе появится олимпиадный координатор. Увеличится число проектов, которые заинтересуют ребят такими сложными предметами, как математика и физика. И год знаний начинается с конкурса. В округе ищут самого прогрессивного учителя. Помочь в этом предложили ямальским школьникам. Ребята могут рассказать о преподавателе, который провел самый запоминающийся урок в 2022 году. Свою историю нужно опубликовать на странице ВК и обязательно добавить тег «Мой главный урок 2022. Главное – успеть до 14 января». Правительство продлило и расширило программу госгарантии бесплатной медицинской помощи. Повысить ее качество и доступность поручил президент. Отмечу, в этом году почти на 300 миллиардов увеличены расходы на медстрахование. Около 8 миллиардов – рост затрат на высокотехнологичные вмешательства. Кроме того, с 1 января установлены специальные выплаты для медиков первичного звена и скорой помощи. Из чего еще складывается доступная медицина, премьер-министр Михаил Мишустин обсудил со своими заместителями в ходе оперативного совещания. И вот подробности.
Высокотехнологичной. Медицина должна быть качественной и доступной. Инструменты для этого разработаны. И люди должны видеть изменения к лучшему в этой сфере. Оперативное совещание главы правительства и вице-премьеров, обсуждение конкретных направлений работы на общий результат. Один из пунктов повестки – программа госгарантий по бесплатной медицине. Она существенно расширена. Она предусматривает в том числе оказание высокотехнологичной и специализированной помощи. Увеличиваем число доступных людям видов услуг, расширяем возможности медицинской реабилитации. Теперь она будет проводиться и на дому с представлением пациентов необходимых для этого медицинских изделий. Кроме того, выросли расходы на высокотехнологичную помощь. Реабилитация для жителей сельской местности и отдаленных районов также станет доступнее. А еще в программе госгарантий прописан порядок медпомощи жителям удаленных территорий выездными бригадами. Важно, чтобы бесплатная медицинская помощь, в том числе специализированная и высокотехнологичная, была доступна людям во всех населенных пунктах нашей страны. Ее качество должно определяться едиными подходами, а не местом жительства пациента. И все необходимые средства для этого предусмотрены. Предусмотрены деньги и на выплаты медикам. Речь идет о персонале первичного звена и скорой помощи, а также о медиках, которые лечат жителей сел и отдаленных территорий. Они будут получать доплаты. Размер зависит от специальности сотрудника. Оповещение о статусе выплаты можно получить на госуслугах. Реализация выплат поручена социальному фонду, который будет производить ее за счет средств обязательного медицинского страхования. Медицинские организации не позднее 10 рабочего дня после окончания отчетного месяца будут направлять в социальный фонд электронные реестры на своих работников со сведениями для назначения выплаты за отработанный месяц. Таким образом, первые социальные выплаты за январь будут произведены в феврале 2023 года. Также участники совещания обсудили единое ежемесячное пособие. Оно включает в себя сразу несколько мер соцподдержки беременных и семей с детьми. Главное, чтобы все выплаты люди получали без сбоев. И на этом премьер-министр Михаил Мишустин акцентировал внимание коллег. Поручение профильному заму держать этот вопрос на особом контроле. Павел Прожогин, информационное агентство «Импульс Севера». Люди, которым они... Социальный фонд России по Ямалу назначил единое пособие почти на 2000 северян в возрасте до 17 лет. Прием заявлений на новую выплату на портале госуслуг стартовал 28 декабря. А рассматривать их в отделениях начали с 3 января. Деньги семьи получат в течение следующей недели. Новое пособие заменило нуждающимся семьям 5 действовавших ранее мер поддержки. Это 2 ежемесячные выплаты на 1 и 3 ребенка до 3 лет, 2 выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячная выплата по беременности. Единое пособие назначается семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека. Дети и родители при этом должны быть гражданами России и постоянно проживать в стране. И на этом все. Морозы пока не отступают, поэтому сохраняйте тепло и смотрите «Импульс Севера». До встречи в эфире.